него был шанс. Но больше на улицах нашего города его терпеть не стоит. Ему нужно отработать за груду железа, стоящую у меня в гараже. Да, правила очень простые. Ходят в школу, после нее домой. Ни слова не говоришь, а тем более близко не подходишь к машинам. Ты что, ничего не понимаешь? Бежать тебе уже некуда. Сорвешься тут, дорога прямиком в тюрьму. Поймешь ты это? Конец играм. Последний раз повторяю. Хочешь оставаться в моем доме, должен следовать моим правилам. Или иди вон. Понятно. Я не только сам нестандартно мыслю. Я это навязываю всем остальным. Героем быть непросто, да? Может, возьмешь руководство надо мной? Потерять машину, но понять, из чего ты следует. Равноценный обмен. Те люди внизу. Они живут по правилам, а толку? Их все равно поглотил страх. Знаешь что? А мне начинает нравиться эта страна.